Пожелаем нашим студентам удачи, если кто-то из них действительно сможет покорить эту вершину и оставить позади почти 260 тысяч участников из других регионов страны, мы обязательно пригласим этого умника или эту умницу в студии тележурнала «Точнее», который продолжает сюжет про чуть-чуть безумное, капельку смешное, но очень креативное и оригинальное творение нашего с вами земляка, который сумел извлечь музыку из далеко не музыкальных инструментов. Снимала репортаж и удивлялась Дарина Иранцева. Это вроде бы обычный кавер группы Deep Purple, но с пятой секунды начинается что-то неладное. Еще бы, ведь известный хит сыграли на инструментах, но совсем не музыкальных. Автор ролика Шамиль Агаев заставил звучать все: терку, молнию на чехле, ракетку, баскетбольный мяч и даже плиту. Сейчас все плохо с чувством ритма. Ты прокручиваешь в голове, раз задача была сделать кавер из бытовых звуков, ты начинаешь прокручивать свой какой-то стандартный день, да? То есть ты такой: ага, я встаю, я иду туда, ага, я зубы чищу, вот зубы, щетка об зубы дает необычный звук, но как-то зубы свои там крупным планом показывают, вроде не прикольно. То есть, ага, я потом кашу утром варю, вот, можно использовать, типа комфорку я включаю, получается, типа... прикольный звук. На этих кадрах кажется, что Шамиль выбивает пыль. На самом деле звук. Это имитация конкретно малого барабана. То есть в совокупности с мячом это уже получается практически полноценная барабанная установка. Домашние вещи добавляют старые мелодии новую окраску. Сначала человек-оркестр хотел извлекать звуки из топора, компьютерной мышки и записать шум шагов. Но вместо этого пошел за инструментом к баскетбольной команде. Так спортивный снаряд стал музыкальным. Тебе надо вот в какой-то такой ритм войти, чтобы он может тебе куда-то улететь, ты пока его поймаешь, пока побегаешь за ним. То есть это было прям, ну, самое сложное. Морковку что, взял, ты и трешь просто. А здесь вот было прям, пришлось повозиться. Шамиль в одиночку резал бумагу, звенел ключами и сам соединял все звуки в одну мелодию. Теперь решил, что сыграть знаменитый кавер можно командой. Кто-то из ребят в шутку предложил перебраться из квартиры на большую сцену. Будет креативно и дешево. Покупать дорогие музыкальные инструменты точно не придется.